Я охотно начал бы эту повесть, как волшебную сказку. Я хотел бы начать так. Жил да был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, а ему очень не хватало друга. Жизнь, она бывает разной. Жизнь, она сложная. Она такая уж просто. Все ровно не идет. Бывает, что плохо себя ведет кто-то. Вот она необычная такая жизнь. Она все время меняется. Чего больше, хорошего или плохого? Плохого вообще-то. Хорошего. Ищешь, мечешься, а тебе говорят: мамочка, смиритесь. Все безнадежно. Вам никто не поможет. И ты вот в этой панике. Я даже не представляю, что эта болезнь вообще у нас в Казахстане бывает. Я это только видела там по фильмам определенным. Да? В этот момент ты начинаешь обвинять саму себя. Хуже ничего этого нет, когда ты начинаешь искать отсюда депрессия начинается. Себе вот эти вот вопросы. Почему? Почему я? Почему у меня? В чем я виновата? За что меня так? У меня была истерика. Она истерика длительная, продолжительная. Каждый раз, когда я смотрела на своего ребенка, конечно, это сразу я смотрю на него как на больного, я не могу в это поверить. Я, естественно, кричу всем, вы хоть понимаете, с чем вообще ребенок просто погибнет у нас. Ну, конечно, это страшно. Ну, такая какая-то безнадежность, ты не знаешь, что теперь с этим делать. «А где же люди?» – вновь заговорил, наконец, маленький принц. «В пустыне все-таки одиноко». «Среди людей тоже одиноко», – ответила змея. «Один. Где? Нет, а верхняя?» Это Амина, и нам сейчас 3 года. Мы не замечали в ней никаких особенностей. Она была как обычный ребенок, развивалась, и ну, вовремя пошла, вовремя начала все делать, как бы сходить и лопотать. Но то, что она была такая у себя на уме немножко, но и даже это нас не настораживало, честно говоря. Мы думали, ну, такой у нее характер. В два с половиной года, да, мы пошли к психологу. Я пошла с психологом, вообще не зная слова аутизм, без понятия. И когда мы пришли, я думаю, ну сейчас он скажет, уделяйте больше времени ребенку. И он говорит, вы знаете, похоже, что у вас аутизм, у нее аутизм. Я понимаю, что это какое-то ужасное слово. Кроме «человек-дождя» я вообще даже не предполагала, что такое аутизм. Ну, в смысле, нигде не видела, не встречала даже. Он мне дал медицинский словарь, я прочитала, естественно, ужаснулась. Я говорю, ну как же, вот она вот лазит же, вот здесь вот на диване, там, рядом с вами, она на него так по нему лазит, по этому доктору.
А он говорит, а ей что я, что диван, что кресло одинаково. И она безразлично относится ко мне. То есть я такой же интерьер этой комнаты, как и все остальное, как и мне. Сюда, глазки. Анечка, сосредоточь, рисково будешь показать. Смотри, показываем с тобой. У меня, смотри, у меня. Вот. Вот эти пальчики, вот этот стульчик. Вот этот стульчик. Амин. Амин, глазки не там. Алина, глазки на пальчик. Вот сюда, смотри, глазки, никуда в ручку попадешь, Амин. Алина, глазки, соединяй. Соединяй глазки и ручку. Два фундаментальных диагностических признака у аутизма. Это нет непосредственно зрительного контакта и нет социального контакта, то есть телесного контакта. Переводя на обычный язык, вот на язык ребенка, это значит, он не ощущает, не бежит к маме. Вот он ее не, вот не кидается, вот не чувствует ее. Это вот он вне какого-то другого пространства. Мне кажется, у него свой мир, скажем так. И в этот мир он никого не пускает. Вот это вот первое впечатление, которое... И причем достучаться очень трудно. И сказать, что он не похож на других детей. Да, вот как я читала, есть розы красного цвета, а это есть розы голубого цвета. Вот это дети, которые голубого цвета, это дети совсем с другой планеты. Сказал он, да, конечно, это как цветком, когда любишь цветок, старайся где-то на далекой звезде, хорошо глядеть в небо ночью, звезды расцветают. Мама, 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 мама. Мама, Атиля, Атиля, Атиля. Я боки прихожусь, как бы боком мне деверек. Вот. То есть это моего супруга братишка. Я первый раз, когда увидела Бока, он стоял перед телевизором, возле телевизора стоял, даже не отрывался. Он прям проходишь, даже Бока зовешь его, давай, он даже не смотрел. Он только там был, перед телевизором стоял, радовался чему-то там своему каналу, там свой канал постоянно стоял. Он радовался, не обращал внимания ни на что, на то, что зовут его, не зовут, неважно. То есть его отвлекаешь, он опять туда, вот так было. Вот, я первый раз тогда увидела его, и мне очень понравился, он такой хорошенький был, сладкий. И вот, и после этого, вот, да, через сколько-то, да, Бока, да, я тебя тоже люблю очень, очень, да. Меня абсолютно никто не поддерживал. Я сама. И я не знаю, как. Ну, не больше самой. Я больше сама хотела этого. Я с другими боролась, другие говорили, зачем ты его мучаешь? Зачем тебе это надо? Пусть он сидит спокойно. Зачем ты его трогаешь? Дай ему, что он хочет. Я говорю, я не могу. Надо ему помочь. Давай!
Большое? Спасибо. Большое, смотри. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Кому ты сказал? Вот туда. Да, молодец. Мы 15 лет работаем с детьми. И в течение 15 этих лет, ну, сотни детей уже были, с которыми мы работали. Не было ни одного случая, чтобы мы не могли установить непосредственный зрительный и телесный контакт. Ну, если не в первый день, то там второй, третий, ну, неделя, может быть. Но на моей памяти вот нет больше недели. Даже неделя — это редкость, конечно. То есть именно то, что диагностируется как главная проблема аутизма, именно она и решается легче всего. В этом, так сказать, весь парадокс. Слышал обвинения от родственников, от знакомых, в плохом воспитании. Плохом воспитании. Да, ты виноват, это ты виноват, а ты так воспитывала. Надо ребенка учить, надо его воспитывать, надо ему показывать. Ты плохая мать, вообще все показать. А как? Он абсолютно, он не слышит, он не понимает. По причину никто однозначно не знает, да, то есть нет. Ну, то есть существует очень много теорий, более признанных, менее признанных, более реалистичных, менее реалистичных. Но в целом картина как выглядит? Что есть какая-то предрасположенность, вот есть какая-то предрасположенность, да. На каком уровне, опять же, это все сейчас пока исследуется, уточняется, да, на генетическом ли уровне. Вот. И дальше, при наличии этой предрасположенности у ребенка должен быть какой-то стрессовый толчок в определенном возрасте, в результате которого вдруг происходит сбой. Ну, что обычно происходит? Высокая температура очень часто. То есть ребенок заболел, там долгое время держался, высокая температура, не могли сбить. Прививку сделали, значит, соответственно, да, реакция на прививку. Там неважно, осложнение ли было от прививки или еще что-то, то есть там как бы тоже. Стрессовая какая-то ситуация, мама была вынуждена уехать, а ребенок вдруг остался на 2 недели с бабушкой, которую до этого не видел, да, и, значит, это. Вот, упал с сильной травмой, значит, все, но физически он не пострадал, но опять же стресс, да. Испугало что-то его очень сильно, собака покусала, да, вот как бы, значит. После этого эпизода вдруг резко поведение ребенка меняется. И начинается медленное угасание тех нормальных здоровых реакций, которые у него были. Добро пожаловать. Молодец, садись. Мы приехали из Балхаша. Меня зовут Валентина. Это мой сын Сережа. Второй ребенок в семье. Добро пожаловать. Есть старший сын. Проблемы начались, ну, ближе к 3, наверное. Он не разговаривал. Новые слова, которые он запоминал, он говорил, а старые как будто вот забывал начисто. Может быть, то, что он падал. Он падал, он с Сережкой. Может быть, стресс какой-то у нас был в такой момент с мужем, не очень хороший. Не знаю, какие были причины. Может, все вместе. Не знаю. В Балхаше у нас нет специалистов практически никаких. Невропатолог так, вроде как. Ну, справляйтесь и дальше, ваши проблемы. Поехали в Караганду. Там кучу всего обошли. Сходу нас ошарашили диагнозом ужасным. У вас, говорит, шизофрения у ребенка. Да что такое говорите вообще? Тяжело. Не хватает терпения. Иногда бывает, что и
взрывы такие бывают. Тяжело, конечно. Ну, ничего, стараемся. Пройдем. Через все пройдем. Все будет хорошо. Были такие моменты, когда мне казалось, что я аутизм, и я одна вообще. Вот. Аутизм, и я одна, потому что никто не принимал. Никто не понимал. Я говорю, ну что вы, ну что вы? Говорю, ну ослепли вы что ли? Ну надо же что-то делать. Ну почему вы не можете? Ну надо же что-то делать, пока не поздно. Я говорю, даже я, может быть, так не испугалась, если бы даже мне поставили там ему астму бронхиальную, да, что тоже очень тяжело, и что я всегда всего этого боялась, да. Я бы знала, как это лечить, да. А тут самое страшное было, что я не знаю, как это лечить. Я не знаю. Очень многие родители, они говорят, что мы думали, что нас это не коснется. То есть мы читали где-то, мы видели, у кого-то знакомых это было. Но нам казалось, что это нас обойдет. Но это не может быть с моим именно любимым ребенком. Ну, мы же так в него вложили, мы же все для него сделали, мы купили ему все, что, ну, как бы нужно. Но самое главное, чего нет, это вот этого отношения, контакта. А ты умеешь считать? Умею. Егор, сколько я подержусь? Да. А сколько тебе лет? 6. И рекордсмен? Да. А еще какие рекорды у тебя? Ну, позавчера 15, вчера 20. А сегодня мы сделаем 25 минут. Минут? Когда... Что? Что за рекорд? На рекорд. Вон там, когда будем ложиться на аппарат. 25 минут лежать тихо? 25 минут лежать тихо. Вот какой у нас рекорд. Молодец. Потом 30, потом 35, потом 40, ну, потом посмотрим. 45. Потом 50, потом 55, потом 59. Ну, посмотрим, да, может быть. Мы жили в другой стране, там, естественно, на другом языке разговаривают. И мы с мужем там на нескольких языках общались, да, ну, мешали казахский, русский, английский. И у нас, в принципе, Ален развивался очень нормально. Но в какой-то момент у него постепенно начались какие-то стереотипы, какие-то изменения. У него вроде бы все работало как нужно, но все немного по-другому. Начинаю со щупа. Голос давай, ниже голос. Начинаю со щупа. Давай. Ощупываю. Прям чувствуешь. Чувствуй ручкой. Тебе надо очень почувствовать, иначе потом потеряешь рукой, не будешь держать. Теперь в небо звук полетный, а это и держишь. Три года то, что он знал там на нескольких языках алфавит, туда, в обратном порядке, там считал трехзначные числа, пазлы мог собирать в перевернутом виде, когда нет никаких картинок. Какие-то вот такие специфические все эти он быстро схватывал. А вот, допустим, когда младший брат у него родился, он даже не подошел, не посмотрел, а кто это, что это, да? Хотя мы говорим, Ален, смотри, видишь, это твой братик, да, это теперь он с нами, да, этот. А он пришел, посмотрел, ну, как бы это, да, ну, неинтересно. Люди вообще неинтересны, общение ему неинтересно. Я по времени делаю погиб. Небо! А улыбку закрой еще раз. Но вот эти особенности, да, его, они все больше и больше, они его уводили от нашего реального пространства, да, в свои, да, вот то, что в голове. Ему все меньше и меньше требовалось общение. Так может, не надо вмешиваться в этот процесс? Он же развивается. Может быть, у вас уникальный ребенок, который что-то откроет человечеству вообще неведомое. Шизофрению откроет. Почему? Ну, это его диагноз. И маленький принц возвратился к Лиису. «Прощай», — сказал он.
«Прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет. Он очень прост. Сорка — одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц. Вот пять безусловных реакций, которые у ребенка, у маленького диагностируют, и называется тест Апгар. То есть, когда ребенок рождается, то значит, фиксируется, он, вот эти безусловные реакции, они готовы к контакту с мамой, потому что он не может, ни зрительно, у него нет фовии, ни слухово пока никак. А вот он безусловными реакциями, он может сцепиться с безусловными реакциями мамы. И вот это есть первый источник связи, который называется безусловная связь. Поэтому большой смысл, когда ребенка кладут на грудь маме. Большой смысл, когда мама смотрит в глаза ребенку. Долго, конечно, маме надо стараться, чтобы здорового ребенка, значит, перезамкнуть на условия и оторвать от себя. Как правило, это длится примерно до 3 лет. Но, в конце концов, это удается практически всем мамам, и ребенок теряет эту безусловную связь, и это называется кризис 3 лет. Вот этот процесс, который очень виден на каждом ребенке, для аутиста приобретает трагический характер, потому что если обычный ребенок завязывается на какую-то гибкую систему условий, то аутичный ребенок, он застревает. То, что мы наблюдаем, значит, вот с детьми-аутистами, это процесс физиологического отчуждения. 2 больших лагеря существует. Один лагерь говорит, не надо трогать аутиста, это насилие над ним, надо просто создать для него комфортную жизнь. А второй лагерь говорит, ребенок мучается, он не может, он потенциально, так же, как и обычный ребенок, испытывает потребность в общении. Просто в отличие от обычного ребенка, у него механизм реализации этой потребности дал сбой. Это вот Даня. Это мой сыночек старший. Вот. Диагноз детский аутизм мы ему поставили в 3,5 года. И то это не в Казахстане был поставлен. В Казахстане ему ставили просто гиперактивность. Так как он, когда был маленький, он не был такой сложный. Он просто был, ну какой он был? Он просто бегал по диванам там, и пальчики слегка крутил. А так он, например, с 2,5 года он уже рассказывал Чуковского полностью. То есть, ну, даже знал, с какого места там, ну, начинается какая строчка. Пел песни нам и казался обычным ребенком. Сейчас ему 9 лет, в мае исполнилось. Когда к нам приехал первый раз специалист на семейный проект, он у нас снял Даню просто с шифонера, с высоченного. То есть он сидел просто на шифонере у меня. И попробуй его оттуда сними. И мы сидели всегда с ним в комнате дома, закрытой в одной комнате, потому что он носился по всей квартире. Просто холодильник у нас был заклеен на скотч, потому что он как бы хлопал им бесконечно. Самые страшные проявления начались, когда у него вообще пропала речь, он стал мычать, вообще ничего не говорить. В 3,5 года, если он не очень отличался от обычного ребенка, то в 5 лет он уже, конечно, очень отличался. В 6 лет он еще был как бы еще тяжелее. То есть это идет именно деградация. То есть нечего надеяться, что само что-то пройдет. Целый год я ночами не спала, я только перебирала книги. Вот у меня аутизм, компьютер, я в этом компьютере читаю, плачу, мне плохо. Муж меня успокаивает, ты вообще не читаешь больше ничего. Особенно ты когда читаешь, то это, ну, как бы выхода из этой ситуации нет. Что ребенок твой останется больным, что он никогда не будет контактировать, что ему никогда не будет нужен второй человек. Что будет в себе, и что будущее у него — это психбольница, это, конечно, ужасно. Виноватых я не искала. Ну а кого будешь искать? Кто может быть виноват? Ну я как бы думала, что, может быть, роды как-то повлияли, потому что у него гипоксия была у ребенка. Но я сейчас понимаю, что такое любовь. И сейчас понимаю, как мама должна любить ребенка. И это к моему ужасу, стыду, учил Владимир Яковлевич нас именно любить своих детей. Адиль — это мой младший брат. Вот у нас получается большая разница в возрасте, почти 13 лет разница.
Проблемы начались, когда он был совсем маленький. Это, во-первых, поздний ребенок у мамы. Вот, заходя вообще далеко в прошлое, это были проблемы как раз и начиная с родов. Это тройное вбитие пуповины, это асфиксия, это длительный период как раз кислородного голодания. Вот, на 7-й день у него закрылся мочеиспускательный канал. В 3 месяца мы протыкали мембрану глаза, потому что слезной поток перестал вырабатываться наружу. В 9 месяцев это острая травма, с понижением всех жизненных показателей, вплоть до реанимации. Я вот твое личико буду ловить. Без? Да, без возбуждения. Я буду твое личико ловить, а ты будешь прятать. Хорошо, лицо? По-разному. Дай. И считай. Перед первой нашей поездкой в Москву он сломал витрину в магазине, много кому рассек губу, там все ходили же с рассеченной губой, с синяками, с укусами отодели, потому что он был агрессивный, а речи это какой-то форме социальной активности, а речевой активности можно было вообще не говорить. Результаты мы стали видеть и после первого месяца работы, когда ребенок преобразуется, когда ты видишь, что твой собственный родной брат, когда он начинает меняться, когда он из состояния полного аута, и то, как он меняется, как меняются близкие, это конечно, это очень ценно. Число аутистов множится, и, как бы так сказать, вопрос о социальных расходах $1,5 миллиона считается в целом вот на год на, значит, ребенка, там, на его расходы и так далее. Родители называют открыто United States of Autism. Ну, Соединенные Штаты фиксируют эту проблему и обостряют ее. В других странах она не легче, в том числе и в Казахстане. Родители во всем мире и в Соединенных Штатах остро ставят вопрос. Назовите причину, назовите перспективу выхода. Где выход? Да, молодец. Хорошо. Пять. 5,5, да. Давай ручки клади, аккуратненько. Уральска. Клади. Хорошо, еще. Еще ты. За месяц большой прогресс, потому что, когда мы начали заниматься, она была, то есть она вообще не воспринимала, как бы очень сильно боялась воздействия на себя любого. То есть она вот так вот очень сильно зажималась, напрягалась. То есть когда мы просто начали ловить глазки и личико, она вот прям вот от меня и вообще от всех остальных, она прям вот... Садись, садись. Садись к маме, садись. Не бойся, садись. Садись, Райхана, садись. Я поняла, она боится ковра. Она помнит, что когда-то было, вот давно, 3 года могло быть назад, вот какой-то вот, ну, страх какой-то связан с этим, эпизод какой-то, где она там испугалась на нем. И видите, она поэтому заходит, она помнит это. Да, до, па, да. Молодец. Ира, вообще не говорила Райхана раньше? Нет. Не было. Вообще не речи не было. Нет, не было. У нее есть такой вот свой аутичный такой ты-ты-ты-это, там какие-то вот звуки, напряжение постоянное, та-та такие, а речи нет. Но она вот так вот сейчас вот начинает потихоньку повторять. Как бы, а звуковую активность мы получили, вот то, что она может свободно вот так вот звук посылать, нормально, это вот звук, только вот да, ближайшие, только... может быть, 2 недели. Да. Как-то просто вот обняться, вот так вот так, сидеть, нет, она вот... Сейчас уже не она, да, сейчас поэтому... она обнимается с... Да. со мной, ну, почти да, с всеми обнимается, вот она. Вот как, да? Ребенку комфортнее быть здоровым. То есть, когда вот он плачет, истерит там на занятии, и кажется, что ему комфортнее быть в своем стереотипном аутичном состоянии, это иллюзия. Вот это родителю все нужно объяснять, и мы все это делаем, чтобы родитель понимал. Если родитель научит ребенка здоровым реакциям и здоровой форме жизни, и сам научится предварительно всему этому, тогда здесь... успех, вероятность просто огромная. Как мы говорим, нет шансов у ребенка. Вот нет шансов у него быть больным. Значит, ни одного прогнозируемого, контролируемого вывода, объясненного, проинтерпретированного, его в мире нет. Есть какие-то успехи, но они как бы неожиданные для людей, и необъясненные, и неповторимые.
то, что мы делаем прогнозируемо, мы делаем по времени. Скажи, смотри, как мама делает. Я уже назад, вот так, аж на тебя, знаешь, кто-то там, собака, а ты ее... Я смогу! Алиса, смотри, как у мамы. Мужские, я смогу! Я смогу! Вот! Ну как ты улыбаешься? Живи! Мамочка, ты у меня молодец! А молодец, ты же молодец! Вот. Меня зовут Роза, а это мой сын Ауэс. В Казахстане вообще даже слово аутизм было незнакомо, поэтому к специалистам, когда мы обращались, то нам, конечно, такой диагноз не ставили. Даже в Москву мы ездили, вот в Санкт-Петербург. В принципе, тогда еще, вот когда он был маленький, такой диагноз детям не ставили, и мы сами не знали, что такое аутизм. Когда его папа впервые, так сказать, вот привез показания МРТ его, то показания были, прямо скажем, так сказать, ну, удручающие. Это 5 миллиметров расширения борозд в лобных долях, то есть борозды, они узенькие у нормально, а здесь 5 миллиметров, то это в десятки раз расширены. Значит, все это привело к деградации лобных долей. Самое главное, что МРТ показало полностью деградированный дофаминергический путь, то есть поступление дофамина в лобные доли. Он всего боялся, когда папа там с ним зашел ко мне, он прятался за шкаф и вообще из-за шкафа не выглядывал, так сказать. То есть в очень тяжелом был состоянии. Он у нас закончил, ходил в общеобразовательную школу, ну, по сокращенной программе, то есть не основные предметы посещал. Занимались музыкой, ходили в музыкальную школу, тоже закончили музыкально-фортепиано. Но у него откат резкий произошел, когда он закончил школу, вот мы переехали в Астану, и вот когда у него этот круг общения, школа как-то закончилась, и переехали там, и он перестал разговаривать. То есть, ну, он разговаривает односложно. Вот. Да, нет, там, коротко. Вот, и мы вернулись сюда, и уже вот, уже тогда мы узнали, что такое аутизм. И, да, вот, и стали заниматься вот у Владимира Яковлевича. То, что нас, конечно, интересовало, это можно ли в этом крайнем случае, вот предельном случае, поскольку для нас наука все-таки самое главное, все-таки договориться с нейрофизиологией, так сказать, человека. И вот через вот это, через пение, через совместную какую-то активность, через жизненные ситуации различные, ну, через донорство удалось включить его краткосрочное внимание. Что поразительно, что повторное МРТ, которое сделали потом родители, оно показало, что дофаминергический путь в основном восстановлен. Здесь все зависит от родителей. Если у мамы хватит сил, желания, там, стремления, чтобы вытащить своего ребенка, то обязательно вытащит. Вот это, так сказать, поразительный тоже такой факт, который говорит вообще о возможностях, хотя ему сейчас 29 лет уже, так сказать, то есть крайне сложная ситуация физиологическая, возраст и так далее. Вот. И вот мы рассчитываем в речевой области продвинуться с ним. Ну, он держит руку вот все время так, хотя мы сделали уже там много, но вот рука, кисть руки держится так. И когда он гладит вот таким вот образом. Казалось бы, да, какой-то нюанс, какая-то деталь. На самом деле кисть управляется глазодвигательным полем. Напрямую связано с характером работы яблока, глазного яблока и в целом, так сказать, всей зрительной системы. Так держа так, и когда он гладит так, он видит двухмерное пространство. То есть он не видит объема. Когда Таня расщепляет ему вот это 2D-состояние, он вынужден создавать объем.
А это тактильное состояние кисти рук и соматосенсорной коры, которое позволяет ему ощутить телесное пространство. Это вопрос контакта, это вопрос социальной связи. Вот глобальный вопрос для любого аутиста и для человека в том числе. И это не секрет, что чем раньше начинаешь работать с ребенком, тем больше результат будет. Вот если бы, я уже 100 раз говорила, если бы, когда у вас был маленький, я бы знала, как вот эту методику, я бы его давно уже вытащила. Видишь, у тебя каждый двигается палец. Здорово? Да. Нравится, когда рука оживает? Да. Да? Да. Будем оживлять тебя? Да. Да? Да. Уж такой народ, эти взрослые. И стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны взрослым. Я умею помогать ребятам. И я умею говорить ребятам. Объяснять, что убегать нельзя, образец показывать умею. Сейчас я сопровождаю здоровые. Сейчас. А у меня была проблема, аутизм. Мне рассказывали, что я кричала, что от моего крика мама переживать начинала, что не кушала ничего. Не хотела заниматься. Семья раньше это. Все в больном состоянии были. Они все меня жалели. Ну, жалеть же тебе не надо. Никакого смысла. Мне надо учиться пока. Ты кем хотела бы стать? Вообще я психологом хотела стать. Детям помогать. Вот эту часть тоже можно убирать. Да! Здорово! Здорово! Опа! Ваши заслуги! Ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Е-е-е! Вот я плачу! Вот сюда они сдавали! И ты кидаешь! Внимание! Так! Собирает! Команда! Ой, ты молодец, какой есть дезюр! Пойдем! Ваши дети, разрешите мне позвонить? Давай! Ваня! Да, Миша, вот это флаг! У меня ручку не держи. Встаем! Встаем! Держи! За хорошую помощь и атмосферу! Спасибо! Это будет дом, где приезжают люди. Где люди занимаются. Хорошие? Хорошие. Так это дом для хороших людей? Да. Надо строить дома. Я глубоко убежден, это вот не метафора, что действительно вот аутичные дети – это месседж. Это месседж все-таки об очень важных вещах. О вещах, связанных с отношением к миру, к людям. Все эти вопросы очень даже конкретно встают перед каждой мамой. Мы специально исследовали соотношение тех, кто готов решать эти проблемы, и кто не готов. У нас получалось примерно так, что 1 из 20 готов. Поэтому ширятся всякие вот эти коррекционные учреждения, куда можно сдать ребенка, от которого можно избавиться и так далее. И что дальше? Дальше-то что? А дальше, говорит, дальше что за пример? Таблетки, смертельные. Отдавайте ребенка сразу в психиатрическую больницу. Все. То есть у вас нет выхода. Сайра, сайра, шабу, мы сэндэ.
Наши дети – это особые дети. Мало того, что у них диагноз аутизм, это дети, которые не имеют родителей. То есть нам вдвойне сложнее добиться какого-то результата. То есть от социума он огорожен этими стенами. Он видит меня, видит, допустим, воспитателя, еще какого-то педагога – все. На этом его как бы окружение закрыто. Поэтому вот я считаю, что в этом плане нам, конечно, труднее работать с этими детьми. Большое значение имеет мама все-таки. Мамы сейчас должны быть грамотными и как-то, я не знаю, в этой, должны как-то им объяснять это дело. Мало того, что одно, родить, надо воспитать. Родить – это полбеды, это легко, можно сказать, молодой женщине. А вот воспитанием заниматься наши мамы, мне кажется, не хотят, как вот положено. Вот это мое ощущение. Мама породила эту проблему своей неумелостью, вот своим, так сказать. Да, она не виновата. Она сама жертва этой всей этой ситуации. Но именно на нее завязалось это аутичное состояние. Именно она, и ребенок ждет, мы говорили об этом, он ждет месяц, два, год, он ждет, у него стрессовый механизм, у него иммунная система на маму, не говоря уж там о гормональности, о мышечной, о вегетативности и так далее. Вот. И он, и мама это, так сказать, невольно, она хранитель этого аутизма. И как бы это... И, естественно, только она может разомкнуть эту связь. И она и должна. Будешь учиться пальчиком, Ров. Пальчиком, да? Пальчиком, да. И звуком, да? Так дотянуться до мамы. Ну-ка. Ну. Приехали вот, потому что узнали диагноз. Роме было 2 годика. Вот. На Сахалине помощи там никакой не было. Первый раз, когда он ничего не мог делать, мы с Катей к нему таким образом обнялись, с Катей и к нему. Ром, помнишь, Рома? Да. И он подошел и нас обнял. Я еще говорю, вот что значит семья. Вот это роль папы. Как-то. Мы и дельфинотерапией занимались, и на лошадях мы, да, учились ездить, и с собаками играть. Попробовали множество различных методик, да, что и аботерапия, да, вот самая такая известная современная терапия. В основном же методики, они основаны на адаптации ребенка, да, вот как-то его приспособить, да, как-то, чтобы он приспособился вот в социуме, да. И видно было, что ему это очень сложно давалось. Его вот садаптировать очень сложно было. Вот на вот эти условности, на формальности он реагировал истерикой. Мама! Тут секрет-то очень простой. Он энергетически более полно чувствует себя, вот, чем он в этом своем состоянии. В этом и заключается как бы вот наша физиологическая мотивация. То есть мы даем этому ребенку более мощную, актуальную ощущение его физиологического вот роста, изменения и так далее. И он просто физиологически чувствует эту мотивацию. То есть это не внешняя стимуляция какими-то предметами, там, словами, вещами и так далее, а это именно иное чувство организма. Это как после болезни мы встаем, да, выходим, свежий воздух, это, и вот у нас ощущение жизни. Потому что ни на каких других условиях он не будет выходить из аутизма. Физиологически это где-то 2,5-3 года этап. Вот то, что сейчас он проходит.
хотя ему 10 лет, так сказать, но этап он проходит. Вот наша задача как раз и есть, так сказать, вот эти, нагнать, этот, пройти эти этапы ускоренным темпом, чтобы он мог там, к 11 годам, ну, может быть, начало 12, чтобы он мог догнать и начать перегонять своих сверстников. Конечно, с точки зрения формальных тестов он всегда будет отставать. Мама, это до... Да. Да. Я вот не знаю, что может быть еще лучше, когда в твоих руках, да, когда ты создаешь вот эту вот жизнь, да, живое сознание. Особенно, когда вот речь идет, да, берешь ребенка, и он вот, ну, вот в нем, вот на него смотришь, в нем нет вот этой жизни, да, вот он в этих стереотипах, вот как либо наоборот, как растения, вот эти дети, да. И вот потихоньку, потихоньку, да, в твоих руках вот он начинает оживать. Ну вот, если вы найдете лучшую профессию, мне кажется, это самое, что может быть лучшее, конечно. Каково отношение государства к детям? Оно выражено в названии области, в которой работают специалисты. Дефектология. То есть, что это за дети? Это дети с дефектом. То есть, вот есть норма, а от нее кусок отпал, ну, не хватает, да? Вот есть дефект. Это дефект. И вот как же этот дефект восстановить? Когда в Древней Греции рождался слепой ребенок, его не дефектным называли, а его, говорили, родился прорицатель. Ручки ровно, давай тянем. Тянем, 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 тянем. Тянем, ручки давай еще. Еще, 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 еще. А личико где? А личиком? Личиком тоже надо тянуть вот так. Фир! И бровками. Фир! Личиком. Раз, и два, и три. Прыгай! Давай, прыгай! И пять! Как на них смотреть? Если действительно смотреть на них, что это болезнь и что шансов нету, это напряжение, это раздражение, это стена. Если знать, что они могут быть другими, что это шанс на самом деле для родителей, для обычных людей действительно измениться и стать в полном смысле здоровыми, нормальными, искренними, то это дорогого стоит. Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором, земля и небо вспыхивают вдруг. Веселье час и боль разлуки хочу делить с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки. И в дальний путь на долгие года. Лена, ну скажи что-нибудь сейчас. Ты не ответил, да. Эх ты. А что ты не обнял его? А что, ты, что, она часто так тебе двигается? Все, смотри, уже подожди, его опоздал. Поздно. А у нее были очень сильные кожные напряжения на теле. Поэтому она все время ходила, оборачивала, ей нужно было обо что-то тереться. Это. А очень сильно глаза были ушедшие, то есть она не замечала атмосферы, не видела, что происходит. Просто мама была не в курсе дел и так называемую холдинг-терапию использовала, так сказать, довольно жестко. Она удерживала ребенка, вот, накрыв там его простынями, одеялами. Ребенок кричал и своим собственным звуком напугал сам себя настолько, что в амигдале все это записалось. И мы получили уникальную такую ситуацию, что от малейшего звучания своего собственного ребенок сам себя держал вот в этом диком напряжении. Личико, личико. Вот.
Ее звали Инкара. Вот. А когда у нее стала появляться вот речь, когда стало вот первые звуки, как бы это, то родители приняли решение вот сменить имя, соответственно, судьбу, да, это потому что, ну, появилась уже и Вера, и вид, маршрут появился такой. Это. Теперь я зовут Айсу. Язычок вот так. А ты? Есть что, вытаскивай. Да. Путь от Инкары до Айсулу вот, занял 2 года сейчас. Да. Просто если заняться логопедией, там показывать буквы, все, это все вводит стресс, это все в напряжение, и так речь не рождается. Да. И Вове пошли, да, чтобы он тебя услышал. Да. В случае с аутизмом, да, вот этой необходимости, вот этого интереса, префронтальная зона, она погашена. И поэтому через игры нужно максимально вот организовать ситуацию, чтобы была телесная необходимость включиться вот в этот контакт, вот вынесенность была, безусловная необходимость сказать. А так, чтобы все услышали? Смотри, какой у нас звук, самый настоящий, ты видишь? Ну и вы видите, как у нее появляется вот это вот желание сказать. Она... Да, вот видите, как хочется, хочется сказать, хочется говорить. Да. Да. Ай, хочется сказать. Молодец. Да. Мы не стоим на месте, мы никогда не действуем по шаблонам. Ну, потому что такова проблема, да, потому что аутизм – это и есть шаблоны, да. То есть что значит, у него нет непосредственного вот этого выхода, контакта? Это значит, у него какие-то шаблоны, стереотипы. С той же проблемой основной мы боремся у родителей, да. Характер исследовательской работы, он определяет наши отношения с родителем и наш подход к детям. Потому что услуг множество в мире, и, в общем, и в Казахстане эти услуги нарастают. Но вот непосредственно исследовательскую работу, так, совместно с родителями, с передачей родителям инициативы в выводе ребенка, ни в Казахстане, ни в России ее никто не ведет. Раз, тянись, вот. Хорошо, еще да еду. И тянись. Вот ручками. Раз, тянись. Тянись вперед. Вот. И еще давай, хорошо. Такая зеленая, пушистая на небе. Люди забыли эту истину, сказал Элис. Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Я в ответе за мою розу повторила маленький принц, чтобы лучше запомнить. Ой, нет, я не верю в это, что аутизм победим. Это как-то это лозунг. Конечно, красивый очень лозунг, но что этих детей можно немножко как-то реабилитировать и как-то вести в социум, в это я верю. Двумя ручками. Ой, хорошо, еще. Еще глазки. Еще лови личико, еще. Еще глазки выше. Еще двумя ручками. Лови скорее. Скорее. Успехи большие. Когда вот был такой момент, первый раз, когда Витя поговорил с папой по телефону, то есть не говорящий ребенок, берет трубку и говорит: алло, пап, привет, как дела? Хорошо, люблю тебя, пока. Я беру трубку и слышу на том конце молчания, я понимаю, что муж рыдает просто от того, что ребенок, который не смотрел в глаза, не хотел, ну вообще, то есть его Витя, на ухо ему говоришь, Витя, он сидит вот так и делает вид, что он тебя не слышит, не видит. То есть вообще не верите в этот? Что он победим? Что какая-то есть волшебная таблетка? Нет, ну а если там, ну в процессе длительного труда многолетнего? Ну я не знаю, вот когда мне будет 100 лет, и я вот с этим ребенком, и тогда я скажу, да, он победим.
А сейчас я не могу сказать. На маму смотрим. Ершат! Ершат, смотрим на маму. Давай, где глазки? Хорошо, давай. Прошло две недели, как мы вот этим беседуемся, обращаюсь, и у нас такое хорошее отношение. Он тянется, он общается, он улыбается. Каждый раз говорит: мама, поцелуемся. А я вот даже вот такое чувство было, конечно, я вообще осужден, и параллельно своей жизни, он параллельно своей жизни. Так он ждал, может быть, когда к нему мама... Ну, скорее всего. Да, они все ждали. Такое ощущение, что они все ждали вот этого момента, когда мама в конце концов начнет общаться. У меня просто это был вот, я не знаю, такой переломный момент, это был крик души. То есть я готова была вот разорвать себя на части и сделать все, чтобы ее вытащить из этого. У нас есть жизнь до Грузии и есть жизнь после Грузии. И первое прикосновение — это было утром, когда вот она потянулась ко мне и вот так: «Мама!» И все. И вот мы лежали, обнявшись, вот полчаса, да, пока вот уже все, вот время, нам уже пора вставать, нам пора одеваться, завтракать. А кого ты любишь? Вас и всех? Да. С мамой Тиля. Когда мы здесь, я на самом деле. Дыбуя сквозь волны и ветер, единственной маме на свете, скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Маме своей закричу. Так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Вершиной всего, всей этой работы является, конечно, снятие умственной отсталости, потому что дети, выходящие из аутизма, они, естественно, отстали от ребят в области знаний, познаний, значит, ассоциативного развития и так далее. То, что мы сейчас делаем с детьми, это называется развитие когнитивных способностей. Как это ни парадоксально, но ребенку, вышедшему из аутизма, нужны глубокие знания. А куда пойдет наш с вами ребенок? И ответ на него такой. А вот что мы с вами создадим, вот какую среду мы для него создадим, вот туда он и пойдет. А если мы ничего не создадим, если не будет остаться родителей, да, где могут, если не будет вот, команды детей, которые играют, если не будет каких-то таких вот творческих там походов, соревнований, если не будет образовательного проекта, да, а некуда им идти. Еще давай, нос ловить. Вчера вот Саша моется, я вот сзади ко мне подползает, обнимает, начинает целовать в шею. То есть это, я не знаю, но по крайней мере последние 4 месяца это такая ласковая девочка стала, она себя проявляет во всех планах, вот в этих вот, по крайней мере, там потискаться, обняться. Да, то есть... Это было вообще необычно, потому что она никогда себя так не проявила. Ёжик, да, вообще. Самый настоящий. Аутизм – это медленное вымирание, что если ты не будешь помогать, если ты сам не будешь меняться и будешь оставаться себе, то уже будешь постепенно умирать. Ну, у меня был очень долгий путь. Поскольку была в аутизме, мне начинали ставить новую речь, другую. Чем жарче день, тем сладостней бару. Поскольку самая старшая в тьюторской команде, я открываю всем дорогу с оружанкой, с Адилькой. Я хочу, чтобы научиться, чтобы парить над облаками, без самолета, без парашюта, сам, самостоятельно, как в невесомости, очень летать хочется.
А сам аутизм получается так, что такое ощущение, что ребенок где-то рядом. И вот это вот какая-то непонятная стена, ты к нему не можешь достучаться. И есть какое-то внутреннее ощущение, что это должно быть, в общем-то, просто. Давай. И. Раз. И. Два. Молодец. Три. Четыре. Давай. Я смотрю на своего ребенка, он по-прежнему пока еще аутист, но намного более понятен стал, намного более понятен и... как с ним действовать, и он отвечает тебе лучше, потому что на самом деле он тоже оттуда тянется к нам. Молодец! Пожалуйста! Я искренне верила, что если человек приходит в эту жизнь, да, то он имеет право на счастье. Я искренне верила в своего малыша. И так интересно, когда совсем было все плохо, да, и я вот не могла с ним заниматься. Я ползала с ним. Я по квартире ползала. Он садился на маленький стульчик, а я ползая подходила. И вот именно вот я не могла сесть, стоять, но я ползая с ним занималась. И вот эти его первые, когда он стал говорить, да. Я помню, как я плакала от счастья. Я такая, сыночек, может, я ж тебя вылечу. Я писала такие таблички: аутизм победим. Мне Женёка побеждает аутизм. Сейчас я счастлива, да, я знаю выход, я знаю, понимаете, у меня сейчас есть чувство ясности, я знаю, к чему мы идем. Я знаю, что я Даню своего вытащу, что я выведу его на хороший уровень, что он мне будет обучаемый, что он будет работать вместе со мной в дальнейшем, понимаете? И я вижу его, что он сидит с детишками и говорит: да вы знаете, а я аутистом раньше был. Посмотрите на меня сейчас, понимаете? Даже мысли не допускать, что ты не излечил. Да. Если бороться, так в конце. Ну, как авторитет внутри, а не снаружи. То есть, как бы авторитет собственное сердце, которое не хочется. Да, вы абсолютно уверены, что излечили? Конечно. 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 100%. Есть такое твердое правило, сказал мне маленький принц. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету.